Прежде чем объявить кандидатуру нового премьер-министра, я хотел сказать несколько слов о премьер-министре, который завершил свою работу. Халиков Эльдар Шавкатович 7 лет руководил правительством, тесно работал с парламентом, с администрациями районов, городов, работал с федеральными структурами, и по его просьбе он перешел на хозяйственную работу, будет работать в нашей республике. Я считаю, что парламент должен тоже должным образом оценить его работу, аплодисментами поблагодарить его за ту работу, которую он проводил. В соответствии со статьей 94 Конституции Республики Татарстан представляю кандидатуру Писошина Алексея Валерьевича для утверждения на должность премьер-министра Республики Татарстан. Алексей Валерьевич 2014 года, с начала года, замещал должность первого заместителя премьер-министра Республики Татарстан и курировал такие важные направления, как обеспечение прав и законных интересов граждан в жилищной сфере, включая услуги ЖКХ, предупреждение ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности республики и другие вопросы. Вел многие комиссии. В период отсутствия премьер-министра исполнял обязанности премьер-министра. Отмечу, что за время работы Алексей Валерьевич зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель, обстоятельный хозяйственник и профессионал. Сегодня правительство – это эффективная административная команда, налажено конструктивное взаимодействие всех ветвей государственной власти, выстроена эффективная система взаимоотношения с федеральными органами. Традиционно сильные деловые связи с руководителями промышленных предприятий, ведущими финансовыми и бизнес-структурами республики. Серьезные задачи стоят в решении той стратегии, которая утверждена нами законом на парламенте, стратегии 2030. От себя хотел бы добавить, что наш кандидат прошел огромный путь, работал и в бизнес-структурах, руководителем предприятия, возглавлял районный уровень, работал в городе, работал руководителем исполкома города. Это, я думаю, что в столице получить опыт – это огромный опыт. Работал в правительстве с 2014 года. Но лучшего мы пока не имеем. Поэтому прошу поддержать кандидатуру. Ваше доверие ему очень важно для дальнейшей работы и процветания нашей республики в масштабе нашей большой России. Большое спасибо. Ихтибар Игозычен. Рахмат. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Спасибо, Рустам Нургалиевич. Коллеги, по сообщению президента Республики Татарстан по кандидатуре, если есть вопросы, прошу задать. Нет вопросов. Спасибо, Рустам Нургалиевич. Спасибо, Рахмат. Пожалуйста.